Добро пожаловать в Martian Gothic. Продолжаем, в общем-то, выживать на базе Вита. Так, в общем-то, в прошлой серии я так понял, что я зря сюда пригнал, блин, Кензу. Можно было все Мартином сделать. А я, блин, Кензу через всю базу гнал. И самое печальное, что это теперь нужно делать обратно. В общем, нам сегодня нужно Кензу, чтобы наш Кензу пошел обратно и воспользовался возле четвертой комнаты вот этим ключом. Всем понятно, зачем красная мне карта. Так, есть записи, кстати, да. Почитаем сейчас записи, а потом уже двинемся. Некрополис. С момента открытия Некрополиса мы теперь в состоянии находить дюжины воздушно-очистительных станций на поверхности Марса. В принципе, фильтрационные станции очень похожи на наши очистители, но их конструкция ставит нас в тупик. Большинство компонентов там органические. Химический состав очищенного воздуха такой же, как у воздуха на Земле, на высоте 800 метров над уровнем моря. Учитывая размеры этой территории, мы поняли, что большая часть была засыпана камнями и вулканической лавой. Я думаю, что мы теперь смотрим на небольшие остатки живого города. Все-таки нам очень везет в отстройке базы Вита, ведь тут может быть сотни тысяч подземных городов на Марсе. Так. Кормогила. Предварительная запись 1. Палата. Названная нами королевской могилой, по всей вероятности, такой не является. Все это из-за того, что наши археологи проецируют культуру Древнего Египта на культуру марсианского народа. Если абстрагироваться, то королевская могила – не что иное, как какое-то гнездо, а подземный собор может быть какой-либо, каким-либо псионическим излучателем. Акустика, похоже, неотъемлемая часть марсианской культуры. Все запутаны, а я напуган. Монарх, королева Мап. Зачем я сюда спустился, я не знаю. Или знаю. Она позвала меня из своего глубокого сна. Королева Мап, она сводит меня с ума. Она позвала меня. Колокола, колокола. Время бежать, время бежать. Я не назову ее госпожой, я не преклоню колено. Время идти, лететь. Какой-то... Вот там крышу сорвало. Саркофаг. Предварительная запись 2. Я подозреваю, что так называемый саркофаг — это какой-то кокон. Он, несомненно, органический. Я полагаю, что в Некрополисе все построено не по человеческим законам строительства. Функции этого убежища нам непонятны. Исследования продолжаются. Мембрана. Бенган в страшной спешке. Я заметил проблески за мембраной, покрывающей саркофаг. Я уверен, что нет такого заметного земного оружия, которое сможет ее повредить. Не то, чтобы я хотел, чтобы кто-то проснулся. Пусть боги спят. Марсианский артефакт. Сообщение Гарри от Дэвида Чена. Хор и центральный обелиск. Тайна артефакта, найденного на базе чужих возле центрального обелиска, все еще не раскрыта. Дарнли предположил, что он работает по акустическому принципу, поэтому его назвали Хор. Похоже, что между Хором и центральным обелиском существует какая-то связь, но полностью ее понять, может быть, нам просто не под силу. Главное, что у нас есть список нераскрытых вопросов. Почему Хор бьется током, когда подвижной конец изгибают? Почему обелиск приводит к ухудшению самочувствия того, кто стоит с ним рядом? Эванс предположил, что обелиск ранее изучал что-то вроде радиоволн, а Хорс служил чем-то вроде радиоприемника. Так, все. В общем, вот так у них здесь развивались действия. Так, и выдвигаемся мы Кензу. В общем, наша задача сейчас Кензу. Где у нас Кензу? Ага.
Кензо, в общем, выдвигаться туда, в общем, откуда он вчера пришел. Это, блин, путь через всю базу. Что зря я его сюда погнал. Только растрата патронов. И лечилок. По-моему, у нас здесь где-то должны быть вещи, которые я здесь оставлял. Да, вот они. Надо бы их забрать. Пока их вот так вот отправим. Патрон у нас маловато. Давай побежали, пока эта дрянь спит. В общем, переться нам довольно далеко. Так. Бесит эта мелкая, блин, паскуда там. Тихо. Сюда мы сбежим, чтобы отдышаться. По крайней мере, здесь нету этих дебилов. Что у нас здесь вообще? Ага. Для гвоздомета. Слушай, можешь взять, а? Патрон-то у нас немного так-то. Долбаная карта здесь, что с ней делать, хер знает. Ладно, отдышались, погнали. Я, может быть, вырежу, кстати, этот путь. Чё, блин, там, я не понимаю. Бессмертный, что ли, какой-то? Ну, конечно, бессмертный, понятное дело. Возьмем на всякий случай Делингер, потому что, блин, места не самые простые здесь. Здесь, по-моему, двое их. Блин, ну... Вот здесь вот тупо вот эта вот камера сделана просто по-тупому. Сюда придет. Меня сильно там, ну, прилично хапнули так-то. Там еще эта паскуда ядовитая ползает. Ага, давай беги, блин. Да, я, может быть, кстати, вырежу.
Что-то у нас опять патрон осталось. Бладилингер маловато. Ну ладно, что делать-то? Делать все равно нам нечего. Так. Нахер пошел. Ладно, нам сюда. Куда ты прибежал-то, твою мать? Давай ты, блин. Фу, блин, ладно так. Что у нас здесь вообще в этом ящике? А нифига у нас здесь нету. Нам наверх, да? Топили. Это придется убирать. Так, ладно. Тоже ж ничего, ладно. По крайней мере, мы... Может, там, где надо. Так, ну ладно, вот мы и прибежали сюда. Не знаю, я там вырезал, не вырезал на видео весь этот путь. Ну-ка, у нас здесь же здесь псионара, да. Фото и прочая херня. Так, это мы сюда положим сейчас. Мы тоже положим пока сюда. С патрона на Делингер не осталось. Вот в чем беда-то. Псионару пока возьмем. Так, что еще бы нам такое? Надо на Ракензу пару лечилок кинуть будет сейчас. Ладно, пока отошлем сейчас. Так, Диана, давай. Забирай это барахло все. В общем, что у нас сейчас? Мы сейчас идем Кензо в эту четвертую комнату. Так.
Забираем, забираем. Фото пускай остается. Штуки две положим вот так вот. Да, это можно одну положить. Слушай, может ему... 138 патрон для Диллингера у Мэтлок. Вообще, они нужны будут, Мэтлок, так-то патроны. Ладно, сейчас пока отправим. Все это Кензо. Давай ты, блин, потому что нам еще надо будет Дианой потом бежать к этому саркофагу дебильному. Так, Кензо. Забираем. Лечилку и это забираем. Положим пока карту в актрубу. Нахера она просто нам здесь? Сейчас не особо-то вот нужна. Все печально. Ладно, сохранимся сейчас. Что ж, все, готовы идти. Пошли. Пока будем. В принципе, у нас сейчас там же есть близкий путь. Мы можем попробовать с этой стороны зайти. То есть нам не нужно будет... Надеюсь, что нам... Не нужно будет это все дело обходить. То есть мы вот здесь вот сейчас вот зайдем вот так вот. Просто четвертая комната у нас и с той стороны, и с этой стороны. Вот она у нас. Используем ключ. Вот теперь это странно. Полная потеря цвета. И там полно призраков. Где ты увидел призраков? Ну-ка. Здесь ничего нету. Нахера мы вообще сюда шли? А, погоди-ка. Где-то я видел такие рисунки. На картине, япона мать. Даже что это? А, это дверь у нас. Это второй выход, кстати. Использовать клавиатуру. Слушай, а как это? Чем ни хера не понятно. Светлинная волна цифрового значения. Клавиатура. Красный, синий, красный, зеленый, желтый, синий. Красный. Нет. Как он работает-то, ты не понимаю. Так. Зеленый, зеленый. Красный, оранжевый. Зеленый, зеленый, красный, оранжевый. Вверху красный, да, внизу оранжевый. Может, это зеленый у нас? То есть синий, красный, зеленый, желтый. Синий, красный, зеленый, желтый. Красный, синий, красный, зеленый, желтый, синий. Ух ты, блин, сработало, твою ты мать. Ух.
Светлая длина волны цифрового значения. Желтого оттенка. Желтого оттенка. Еще светлая длина волны цифрового значения желтого оттенка Сигера. То есть это у нас пятьдесят восемь тридцать семь, что ли? Восемь тридцать семь, нет. Так, в общем, блин. У нас получается, в общем, нам там у нас требуется к ящику. Сейчас пароль. И, в общем, это пароль цифровое значение желтого оттенка. Тут написано 5837. Ни хера не 58. Это, блин, это 6. Это, блин, из-за пикселей там сливается, получается, как восьмерка. Ёлки-палки. В общем, я тут уже, наверное, час сижу, блин, пытаюсь эту хрень решить. Оказывается, там не 58, а 56. И вот такое бывает, блин. 56, 37. То есть все правильно я мыслил. Но, блин, из-за того, что там, блин, сливалось из-за пиксельности, я думал, что там 58. Что это пароль? 96, 89. Кстати, это у нас пароль к шлюзу. Но здесь хоть четко написано и четко понятно. Так. Ладно, положим ее обратно. В общем, короче, я здесь засел просто надолго. Пятьдесят восемь, блин. Так, нам здесь желательно выйти, конечно, во вторую дверь. У нас все есть вообще. Так, у нас есть. У нас патрон мало, конечно, для Делингера. Может быть, все-таки нам Диана пару патрон закинет, а? Так, и заодно нам, наверное. Да, сейчас мы так и сделаем. Во-первых, сейчас мы Диану отведем обратно. В биолабораторию, блин. Да подойди ты к этой трубе долбаной. Вот, и закинем туда пару патронов все-таки ему, блин. Ну это вообще, конечно, был вынос мозга, честно говоря. Вроде как логично. Из-за таких вот мелочей, блин. Слушай, неплохо было бы сохраниться, честно говоря. Давай-ка мы сохранимся Мартином опять. Так. Сейчас мы сохранимся и пойдем, потому что я не знаю, что там нас сейчас будет ожидать. Мы там пробегали. Так, нам надо вот в ту дверь, по-моему. Да, вот нам сюда. И она как раз нас выведет. Так, подожди, сейчас надо нам зарядиться. Так, ну, в принципе, на пикало у нас хватает там патрон так-то. Это не та дверь, твою мать. Нам нужна другая. Нам, значит, вот эта дверь нужна. У нас здесь друзья проснутся. Мы их здесь сейчас положим. Это было рискованно.
Я, по-моему, у них все забрал, да. Да, я у них все забрал. Ой, бог ты мой, ладно. Так, ну. А он у нас где? Он у нас. Он у нас вот здесь, да? Да, вот тот самый шлюз. Нам нужно вот этого брать с помощью псиопушки. Потому что по-другому он не убивается. Там был 96-89, да? 6. Опа, мы здесь. Да, мы здесь не были. Костюм цел, баллоны полны воздуха. Так, хорошо. Здесь можно что-нибудь еще пооткрывать? Посмотреть, к примеру, здесь какие-нибудь ящики есть у нас? Здесь даже два костюма. Да, что-то ни черта здесь нету. Костюм цел, баллоны полны воздуха. Опа. Ага. Ипономать, мы на поверхности Марса. Какие-то часы. Еще для псионарки. Так, слушай, неплохо подняли патроны. Так, что у нас здесь еще интересного? Мягко и медленно мы плывем назад, как песок, как время назад к началу. Я первый перерожденный из красной почвы. Мой взор наполнен синим призраком древнего океана. Идем с нами вниз красной пыли и восстань перерожденным. Да твою мать. Все, он сдох. Да тихо ты. Красный песок. Лечилка. Все, ладно, там что-нибудь еще осталось? Восстал из могилы. Это у нас, по-моему, Витакер. А, во. Подожди, где это было? Здесь что-то есть, оказывается. Это полоска яркого красного песка. Это полоска яркого красного песка. Ну, а я что-нибудь могу сделать? По-моему, здесь ничего не могу сделать. Это полоска яркого красного песка. Что-то я не понимаю тогда смысл. Смысл вот этого.
Смысла мне смотреть вот на эту могилу тогда? Это полоска яркого красного. Что-то я не понимаю вообще пока. Ни хера, ладно. Идем пока обратно сейчас туда. В эту комнату, по-моему, нам тут, там. Блин, господи. Ты тоже проснулся, блин. Так, что нам взять-то? Пикколо опять берем. Там еще спят? Нет, эти уже проснулись, блин. Придется брать на них Делингер. Где они там, твари? Ну, по крайней мере, хорошо, что они отошли от этой двери. А то там было опасно выходить. Эй, кто-то снова включил цвета. Взять каменное сердце. Так, хорошо. В общем, какую-то часть мы уже сделали, да, получается? Не, а у них так здесь уютно в этом самом, в этих жилых помещениях. Так, что мы вообще подняли? Какое-то каменное сердце, что ли? Так это каменное сердце. И что вам делать с сердцем? Я понятия не имею. Так. Ну, что, в общем-то, я полагаю, наверное... Мы сейчас Дианой выдвинемся в хим-лабораторию, и мы там сохранимся. И уже будем заканчивать серию. Пока это там валяется, блин, в отключке. Слушай, интересно, а в этой, в мед-лаборатории еще там сколько сохранок осталось? Ладно, в общем-то, будем уже с этим каменным сердцем разбираться в следующей серии. Ну а здесь прощаемся с нашими героями до следующей серии.